Последнее время. Живем перед пришествием Христа, и на часах земли почти уж полночь. День каждым днем последним может стать. Весь мир сегодня ожиданием полон. Живущие под властью сатаны со страхом утро новое встречают. Ждут голода, ждут атомной войны, им будущее видится печальным. Вздыхают люди, всякий человек, предчувствуя конец, душой томится. Друг другу говорят: последний век, и что-то обязательно случится. Все верно, и Господь предупреждал. Конец придет греху и злым деяниям. Он 2000-летия людям дал. Как много было лет для покаяния. Почти исчерпан Богом данный срок. Предсказанное должно совершиться. Но в книге жизни есть немного строк. Не пишутся последние страницы. В той книге всех спасенных имена, тех, кто поверил в крестное распятие, их жизнь была Иисусу отдана, и небеса откроют им объятия. Тот, чья душа Христу принадлежит, без страха утро новое встречают, он вечно будет с Иисусом жить, и христиане все об этом знают. Ни призраки войны их не страшат, ни бедствия, что во вселенной будут, ни смерть их не пугает и ни ад. Господь возьмет своих, свершится чудо. Мой друг, что скажешь о своей душе? Ты Богу или дьяволу причастен? Принадлежащий Господу блажен, принадлежащий сатане несчастен. Взгляни, вот стрелки на твоих часах, минута за минутой быстро мчится. И очень скоро там, на небесах, допишется последняя страница. День благодати близится к концу. Уже не день, а может быть мгновение. Приди теперь к небесному Отцу. Склонись пред Иисусом на колени. И сыном назовут тебя тогда, и в книгу жизни твердый Божий почерк запишет твое имя навсегда. Не опоздай, осталось мало строчек. Слава. Аминь. Слава Господу.